Всем здорова, ребята! С вами, как всегда, Кофи, Алекс Фокс, Варпач, Иксайл и Хайпер. Так, вроде бы никого не забыл, и сегодня мы открываем кейсы в CSGO. Хатыч, всем здорова, ребята! Хайо, братишки! Всем здорова! Тра, народ, всем привет! Да, ребят, нас сегодня очень много, почти собралась вся банда, только где-то Фреш там катается и отдыхает. Вот, да, но сегодня, ребята, нас ждет очень много кейсов и, конечно же, интересный контракт. Во-первых, 15 спектов, во-вторых, ключиков и кейсов, а во-вторых, у нас сегодня контракт АК-47 Императрица. Ну, хочу я выбить ее, хочу! Хоть и первый кейсовый контракт у нас не получился, но я очень сильно хочу. А у меня получился! Да, вот, поэтому сегодня, ребята, мы постараемся скрафтить этот калашик. Вот, Хайпер, я не знаю, видно или не видно, но он мне сейчас будет в Steam и пишет, типа, всем привет. Вот, он поэтому, пишет, ребята, алло. Да, он еще раз со всеми поздоровался там в начале и пишет еще всякую фигню. Вот, типа, фундук Олег и так далее. Ну ладно, это не фигня, это еще нормальная тема, окей, это еще можно понять. Ну что, парни, что думаете, вообще выпадет вам что-нибудь хорошее сегодня или нет? Нет! Да в смысле нет? Вот как всегда, все настроены негативно, все где, почему? Олег, нет, я не сказал своего мнения, Олег, слушай. Тебе ничего не выпадет. Спасибо, брат. Вот я поддержка. Максимальная поддержка. Один только Кирюха, не тупи. Понимаете? Один если, только я сказал, ну, если я сказал, ну, что ничего не выпадет, то значит что-то выпадет. Я ж не ты. А если он сказал, что ничего выпадет, значит ничего не где выпадет. Где логика? Подожди, где логика, Хайпер? Объясни. Вот. Фак, это как с ножом у меня. Поясни за логику свою, пожалуйста, Хайпер. Я не понимаю тебя, серьезно. Поясни за шмот. Ну, то есть не за шмот, а за логику. Так, ребят, мы открываем дальше. Дальше выпадает что-то все очень-очень плохо. Блин, ну давайте что-нибудь хорошее, гейм. Нет. Давай! Я знаю, что ты можешь, но ты не может. Хороший, ты можешь сладкий, радовать. Но Илья подставил. А что он сам просто крафтить? Ой, так, сегодня мы крафтим АК-47 Императрицу, немного поношенного качества за 20 минут. Смысла нету. Вот, поэтому я надеюсь, что нам все-таки сегодня повезет, потому что... Ее реально скрафтить. Да, ее реально скрафтить, и это уже будет второй контракт. Получается за, по-моему, неделю, что-то типа такого. Нет, не Андрил, я скрафтил, я уже потому что буквально недавно мы тоже пробовали скрафтить, причем прямо с завода за 50 тысяч рублей, но у нас не получилось этого сделать. А сегодня мы крафтим немного поношенного качества, и мне просто есть такая теория, что, возможно, прямо с завода не крафтится. Потому что есть такие пушки, которые не крафтятся какого-то определенного качества. А вот, мне кажется, это крафтится. Ну, я не знаю, Сани, я, по крайней мере, еще такого не видел, поэтому... Так, пришелец, вот поэтому пришелец мы получаем. Где пушки? Мы получили за сегодняшнюю серию по всей... Только синевую, чё за бред? Это все потому, что вы были негативно настроены. Вот чисто из-за этого. Вот сказали бы, что наш. Ну да ладно, ладно. Вот смотри, даже сейчас Олег, тут, ну. Зато ты знаешь, что. Хочешь, тебя обрадую, зато ты знаешь, что сделаешь. Ты ее. Нет, не скрафтишь. Че? Не понял. Я не понял. Ты, во-первых, залагал. Ты ее не скрафтишь. А можно еще больше с перегрузом, пожалуйста, чтобы не сторшило. Да, пожалуйста, да, вы что попой. Нет, стой, нет! Что? Вот, смотри, он заорал, кстати, и нам выпало что-то нормальное хотя бы за серию. Ари, ну, в кавычках нормальное, как бы вы поняли, да? Так, ладно, открываем. У нас осталось два кейса, ребята. Блин, я очень хочу выбить. Там, кстати, в предыдущем кейсе пролетела императрица. Может быть, это намек, может быть, это знак, что нам повезет. И у нас остается последний ключ и последний кейс на сегодняшнюю серию. Я очень сильно надеюсь на то, что нам сейчас фартанет и... И выпадет что-то реально годное. Главное поставить цель и идти. Это что, в смысле, это что сейчас за звук такой был? Это у кого колокольчик там зазвенел, а? Да кто-то в отеле. У кого там бубенцы звенят, ребят, вы что там это? Сори, пацаны. Сори, пацаны. Да, все, ладно, давайте переходим к нашему замечательному, дорогому, эпичному и... хорошему контракту, да? Закидываем. Илья, ну пожалуйста, давай без этого, а? Все, смотрите, ребят, то есть нам может выпасть, на самом деле шансы у нас реально маленькие, потому что нам может выпасть АК-47, Императрица, либо же П-250 прощальный. Такие же маленькие, как Лего. Я ждал эту шутку, я ждал именно от Хайпера, я знал, что он это скажет, я прям отвечаю, я прям... Вот можно похлопать, пожалуйста, давайте похлопаем, пожалуйста, пожалуйста. Ребята, давайте мы... Пожалуйста, напишите в комментариях хлопок. Вот давайте вот просто вот делайте это, пожалуйста. Да, вот я не знаю. Обязательно звездочка, хлопок, звездочка. Да, вот, смотрите, дальше продолжаем. Нам может выпасть также либо P90 Азимов, либо Эмочка Сайрекс. Но самое крутое, конечно, что нам должно выпасть сегодня, но мы обязаны это выбить сегодня, это АК-47 Императрица за 20 тысяч рублей. Все, я нажимаю на обмен. Удачи. Как всегда, лоу-кек, удачи без комментариев. Я тоже хотел что сказать. Так, давайте напишем лоу. Кек. А упоротый такой, знаете, шрифт. Лол, кек. Шрифт, байт. Как ты сам? Это сейчас
Хайбер сейчас такие... Лада, седан! Ну, прям подбит такой был. Короче, все, продолжаем, а точнее, отправляем контракт, и я очень, пожалуйста, прошу, Кип! Вап-вап-вап-вап-вап. В смысле, кто-то чекает инвентарь, да? Прощай, мой брат, прощай, оскал. Ты не короче, в смысле, серьезно, что ли? Прощай, статрек. Да почему? Нам выпала пушка из той коллекции, где нужна была эта пушка выбить, но она выпала другая. Почему? Гейб, за что? За что? Блин, стоп, а какого она качества? Давайте посмотрим, потому что... Прямо завода я надеюсь. Не, немного поношенного качества. И давайте посмотрим, сколько она стоит. И она стоит, ну, слушайте, 4,5, нет, 4,5 тысячи рублей, это, я думаю, даже неплохо, учитывая тот факт, что нам могло выпустить еще хуже, поэтому не стоит так сильно расстраиваться. Ну, а сегодня, ребята, мы будем открывать кейсы на сайте forcedrop.net. У нас на балансе сегодня 6 тысяч рублей, ну, почти, это очень много, это очень-очень много. Да, и закинул я сегодня как раз таки такую сумму, чтобы выбить сегодня как можно больше дорогих вещей. Ведь нам не повезло в КС-ке, мы ничего не выбили, ничего не вынесли оттуда. Вот, поэтому я очень сильно надеюсь, что нам сегодня повезет. Итак, парни, с чего мы сегодня начнем? Я всегда задаю вам этот вопрос, потому что... Хайпер! Не знаю, думаю, вам это лучше АВП решать. Так, Акусик. Хайпер. Ну, подожди, я что-то забыл, кто что первый сказал, поэтому давайте мы откроем все. А что-то Хайпер сказал. Да, блин, я запутался, подождите. Так, был АВП, был АК, был кейс. Я первый сказал, да. Ладно, давайте откроем кейс Хайпер. Сколько? Смотри, вот я тебе подгоню что-нибудь хоть как-то. Так, сколько? Три раза. Все, вот так вот сразу. Зелененький кидал. Сколько? Ты... Так. Открыл кейс зелененький. Мне кажется, это вопрос, на который я не знаю ответ, это вот 100%. Я тебе говорю, 800 рублей кейсов закинул, 300 забрал. Так, и что мы получили? Смотри, 810 рублей. В принципе, я думаю, так, подожди. Сколько стоит твой кейс, Хайпер, а? Ну, слушайте, по-моему, мы даже ушли в плюс, Хайпер, спасибо. Так, дальше, какие заявочки были? У нас на косик. АК-47. Три раза. Так, Илья, ну ты про Gods & Monsters сказал в самом конце, поэтому твой кейс мы откроем в самом конце. Так, сколько раз открываем? Понял. 10. Чё, 10? Ты уверен? 10? Не-не-не-не-не, Сань, 10, максимум, 10, максимум могу открыть 4, нет. Саня. Саня, только потому, что ты против, могу открыть только 4 раза. Слышь, Волчонок, ты чё, нафига умный или чё? Все, давайте откроем случайно АК-47, 4 штуки, из которых мы сейчас получим... Что мы получим? Да, о, статрека конструктив! Я сказал, что мой акустик. Слушайте, неплохо, неплохо. Саня, так ты нормально. Говорил АВП. Так, дальше, ну, кто-то да, просил АВП. Кто-то да, просил АВП. Так, АВП. Саня, сколько? Сколько? 10. Да нет, это тут дофига, Саня. 3, давайте, да, пока что 8. Давайте 4, тоже 4 раза откроем. Вот 4 раза, это значит, типа, золотая середина. Четное число. И не 3, четное число нельзя, поэтому тебе ничего выпадет. Так, и... Я хочу выбить что-нибудь крутое отсюда, мы получаем. Так, элитное снаряжение, змеиная кожа. Опа-на! Ладно, повезло. За полтора коцарика, неплохо, неплохо. Так, дальше Илья просил Gods & Monsters. Сколько их будем открывать? Илья? Один. Один. Ты не Илья вообще-то, я спросил. Ясно, Илья куда-то, короче, пропал. Ну, кстати, это... Пацаны, три. А 10 хочешь? Ты можешь 10. Ты можешь попросить 10, Илья, да, он потому что недорогой. То есть, ну он он дешевле, наоборот, чем все предыдущие ну кейсы, давай, которые давай, мы... Давай 10, давай 10. Ну давай, я надеюсь, нам повезет. Ребят, ведь сейчас это реально рисковое дело. Попадает. Минус бабло. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Так, кстати, никто не хочет побатлиться там, как бы. Так, а что нам выпало? Два падения! Опа-на! Да! Слушайте, ребят, чё? Два падения кара, причём, смотрите, этот стоит 2493, а этот 2371 рубль. Без обоймы просто. Ну, да, видимо, там какая-то детали не хватает, какой-то там, может быть, глушитель или что-нибудь без этого. Крафт, конечно, будет, но не знаю, может быть, у кого-то есть желание сразиться, побороться. У меня там 32 рубля на балансе. У меня легко, есть, сейчас зайду. Давай, Кирюха, сейчас. Давай. Сейчас так, давайте, пока сразиться. Кирюха заходит, можно еще открыть, например, три...
Осенних, да, нам, по идее, еще будет хватать на тайны, если что, просто потом продадим. Ну, слушай, осенний кейс — это один из моих любимых кейсов, поэтому я уверен, что должно. Должно. Ну, так, P250 ядерный, неплохо! Ну, ладно. Неплохо! Так, ну, что, тайно тоже... будем сражаться? Конечно, Кирюх, конечно, дорого-богато. У вас недостаточно средств. Классно, сейчас я щемы продам, подожди. Давай, нет, стоп, сколько не хватает? 4 рубля сказал, да? Я создал сражение. Все, Кирюх, я захожу, все. Вот, все, так, захожу. Ну что, готов? Готов побороться, давай. Итак, начали. Бой начинается. И давай. И что-то ничего не происходит, по-моему. О, пошла рулеточка, кейсы крутятся, лаваха мутится и... Да ладно. Так, кто? Чё, Кирюха, тебя кихобаровая была, чё? Какого фига? Я и говорю, чё? Ты сейчас знаешь, какой баланс себе сделал? Чё? Да, спасибо, братан. Да не за что, не за что. Капец, обращайся. Так, ладно. Ой, 6. У нас осталось 86 рублей на балансе, поэтому, да, давайте закинем всё самое дорогое, что мы выбили сегодня. Это вот это, вот это. Падение кары. Вот это. Ровно 10 тысяч рублей. Чё? Ладно, окей, хорошо. Блин, вы понимаете, что нам может выпасть пушка за 40 тысяч рублей? Это жестко. Я предлагаю, давайте, может быть, на всякий случай оставим, например, М-ку одну, так, знаете, на прозапас. Типа, если нам не повезет, и выпадет что-нибудь плохое, то мы просто продадим потом М-ку, еще пооткрываем. Закинь тогда АВП за 346 рублей. Нет, змеиную кожу я люблю, и, наверное, я ее даже заберу. Вот, я предлагаю закинуть, что-то вроде еще у нас тут было. Во, вот это вот. Ты что, дурак? Ну, в смысле, как-то змеиная кожа вообще-то крутой скин. Так, сумма контракта, ребята, изменилась. 8 тысяч рублей. Все, давайте отправляем контракт. И что мы... Ой, блин, я уже заспойлерил. Это нож, да! Сколько? Стоп, чего? У нас была сумма контракта 8 тысяч рублей. И мы получили 8 тысяч рублей. То есть 25 рублей, ебать! Да, то есть мы конвентировали, получается, 10 пушек в один нож по той же стоимости. Типа, чё? Ну, вот как раз таки не зря я оставил нам, ребята, этот... где он у нас? Падение Икара. Сейчас можно ее продать. Где она, где она, где она? Я не вижу, где она. Вот она. Стоп, в смысле, где она? Где она, где она? Вы видите ее, ребята? Я сейчас не могу... Да ты слепой, пятая! Вот, все, продаем. Это мы продаем, ребята. Так, и давайте пооткрываем кейс осенний, наверное. Хотя, или можно просто воспользоваться тактикой фреша и открывать перчаточные кейсы по 100 раз, там, как мы это делали в прошлой серии. Вот, но я не знаю. Давайте, в принципе, откроем 5, наверное, осенних. Да, и можно открыть сразу глов кейс. Сразу вот так вот 10 штук. Вот, и потом еще, наверное, мы делаем... так, сколько у нас осталось? 422 рубля на балансе. Давайте еще откроем, наверное, вот столько... Вот 5 кейсов именно таких. И давайте посмотрим, что нам выпало. Так, сейчас пока что грузятся наши шмотки. Что-то как-то очень долго. Не грузится, ну, их потому что там много. Мой интернет. Так, смотрите. Ну, так, неплохо. Так, это у нас было. Так, это... А, это у нас было. Так, Хронос выбили, во-первых, это круто. Так, потом P250, ядерная угроза. Принцесса. Пустошей. Так, эмочка, баскил. И все. Но мы как бы не ушли в плюс, как бы, да. Ну, давайте сделаем вот так вот, вот так вот, вот так вот. А, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. И нож! Не, ой, стоп, подожди, не то, надо подороже закидывать. Закинь нож, ты чё еще тут есть, дорогой, пацаны, вы видите? Если видите... Вот, за 8к, вот это говно. Говно за 8к, да. Ну да. Закинь! Не буду закидывать, нет, отстань, нет! Давай! Почему? Нет, не хочу, я оставлю нож, я заберу его сегодня с собой, нет! Ясно. Нет, даже не думайте. Все, так. Сумма контракта 3500 рублей, пойдемте. Отправляем все это добро на склад и получаем мы... Но нет, не очень. Мы на 100 рублей шли в плюс. А можно, знаете, как сделать? Смотрите, можно как сделать. Так, давайте снова перейдем в контракты. Пробуем еще раз, закидываем. И вот с этим так, ножом. Вы хотели нож? Вот вам нож, понятно? Все. Ваше желание выполнено, как бы, скажем так. Посмотри в ленту, Олег, там столько контрактов сейчас полетело, посмотри. Слушай, там кто-то кихобару скрафтил, нормально там люди живут, так. Ну, нож, ну закинь. Так я закинул нож, пацаны, чё? Да это говно. Я закинул нож, так, вы не говорили какой, я закинул нож, я это сделал. Штык нож, поверхностная закалка. Всё, 3900 контракты, только не говорите, что мы получаем этот нож. Пожалуйста, нет, 300, давайте еще, пока есть такая возможность. Еще ножик.
Нет, Хайпер, вот этот нож я оставлю. Вот этот нож я оставлю. Он уже путает имена. Так вот нас сегодня так много, ты чё? Так, и что? Нет, только не говори, что это моё. Нет! Это твоё. Мы все хуже, хуже. Закинь. Красавчик! Ясно! Я начал обрежу ролик там, где вы скажете красавчика, типа закончил. Ну, 436 рублей, ребята. Но на самом деле мы сегодня ушли в плюс. Мы выпили нож сегодня за 8000 рублей. Я думаю, что мы его сегодня как раз таки и заберем. Вот, но, ребят, надеюсь, вам эта серия понравилась. И поставили лайки, подписались, ставьте наш канал. У нас с вами были сегодня, как всегда, Кофе, Варпаджелик, Фукс, Хайпер, Эксайл. И всем до скорой встречи. Пока! Пока! До скорого, ребята! Пока. Я больше всем отбой.